Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. В этом видео я хочу поделиться информацией о ситуации с ценами на заправках в регионах Поволжья за период с 21 по 28 марта 2023 года. Для подготовки видеоролика я, как обычно, использовал информацию, которую еженедельно публикует Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов Республики Татарстан. Специалисты данной организации каждую неделю обзванивают заправки в регионах Поволжья, уточняя актуальные ценники и изменения цен за минувшую неделю на 92-й и 95-й бензин, на дизельное топливо, а также на два вида газа – на пропан-бутан и на метан. Начнем традиционно с 92-го бензина. За минувшую неделю его цены в Поволжье не изменились. Минимальная цена по-прежнему в Кировской области 45,50, максимальные цены 47,15 в Саратовской и Нижегородской областях. Средняя цена 46,52. По 95-му бензину ситуация аналогичная, ценники не менялись. Минимальная цена по-прежнему в республике Мариэл 49 рублей ровно. Максимальные цены в Саратовской и в Нижегородской областях 51 рубль ровно. Средняя цена 50,15. Цены на зимнее дизельное топливо также за неделю не менялись. Минимальный ценник по-прежнему в Республике Татарстан 54,60, максимальный ценник 59,90 в Пермском крае, средняя цена 57,43. Также дополнительно с этой недели на слайдах появилась информация по межсезонному дизельному топливу. На сегодняшний день его минимальная цена в Республике Татарстан 54 рубля ровно. Максимальная цена 59 рублей ровно в Кировской области. Средняя цена 56,82. По пропан-бутану ценники также не изменились. Минимальные цены — это 16 рублей ровно на сегодняшний день в Чувашии, в Кировской и в Самарской областях. Максимальные цены — это 19,90 в Оренбургской, Саратовской и в Нижегородской областях. Средняя цена 17,78. За неделю ценники изменились на природный газ, то есть на метан. Так, в республике Башкортостан он стал дороже на 20 копеек, а в Нижегородской области, наоборот, подешевел на 30 копеек. Минимальная цена метана на сегодняшний день в республике Мариэл 20 рублей ровно, максимальная цена в Чувашии 22,30. Средняя цена по Поволжью 21,60. Вот такая вот ситуация с ценами на топливо сложилась в регионах Поволжья за минувшую неделю. А если вы хотите получать кэшбэк 10% за каждую заправку своего автомобиля, а также кэшбэк в размере 5% за покупку автозапчастей, автоуслуг, оплату шиномонтажа, автомоек, оплату штрафов ГИБДД, платных дорог, то по ссылке в описании под этим видео вы можете заказать себе дебетовую карту Тинькофф Драйв. Лично я по такой карте за минувший месяц сэкономил более чем 2000 рублей. Более того, сейчас действует интересная акция. Если вы заказываете эту карту по моей ссылке, то в течение 3 месяцев подряд, потратив каждый месяц 1000 рублей, вам будет ежемесячно начисляться по 500 рублей. Таким образом, за 3 месяца суммарно можно дополнительно получить 1500 рублей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным. А что происходит с ценами на заправках в ваших регионах? Снижаются они, повышаются, либо не меняются? Этой информацией вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!